Дорогие друзья, вы на канале Малыш Конешка, и сегодня я буду снимать видео обзор на свой рисунок, Потому что у меня будет только один рисунок, я решила, потому что птичка пластик. Ладно. Ну что ж, поехали. Как уже мы начнем, давайте с кайфом начинать. Что у него со ртом, это раз, что у него с черепом. Руки я тут исправила, потому что они были очень страшные. Они были за спиной, это было очень страшно. Это было так страшно, они были вот так вот за спиной. И звездочка. Складок нету. Как-то так шарф у него летит почему-то, значит, должна кофта. Я вообще без понятия. Я всегда любила делать вот так румянец почему-то. Мне так нравится. Ну и сейчас нравится, в принципе. Только делать это на или на телефоне, или на компьютере. Который у меня сама. Трагично. Ну, я просто куда. Ну вот это вообще без комментариев. Вместе. Саня толстый, у него капюшон неправильный, сразу говорю. Как там еще шея мочу, ноги говно. И башка вообще маленькая, тело, это просто, ой, посвечивает, другой рисунок. Пожалуй, тут тоже без комментариев, что тут происходит. Голубика, какой-то маленький, как у него так кости такие пальцы. Боже мой, они как будто из резины. Это тоже румянь на всю бочку скелетонскую. Так такой ку-ку, ёпта. Ну ладно. Ну ладно. Все ок. Боже мой. Это капуки. Что это такая? Я как самый логичный человек, только я молочки не скотч. Нарисовала. Тряпка на башке. Люблю тряпки на башках. Что у него с черепом у нас? Ну, более-менее. Нет. Это говно. И как-то непонятно, какие держат как-то. Ладно. Я даже не... Боже мой, на кусков. Я вообще смыюш. Потом перевезем. Как красиво. Не, ну он вообще какой-то... Я не знаю, даже на кого он похож. Да, так красивый, это вот. Башка маленькая, а сам высокий. Вот я сосёла. И опять что-то у него с руками нету. Ну, как у него кепка его уже не сваливается. Ну, а дальше без комментариев. Ну, ладно, на это все, дорогие друзья. Всем пока-пока-пока и удачи. Предупреждаю, это мое первое.